Так, новая игра для меня, Diablo 2. Для вас-то, конечно, может и не новая, но я в нее играю впервые. Я еще скачал, короче, купил. Это не пиратка, это вот лицензионка. Diablo 2. Diablo 2 там какое-то дополнение, не помню. Короче, квесты сыпятся, непонятно, что тут, короче. Короче, с каким-то игроком я попался, я не знаю, короче, у него 9 уровень, я вот впервые играю, у меня 2-й, я, кстати, на хардкоре играю, чуть не рипнулся сейчас. Evil beware. Мне говорят, какой-то квест выполнить, убить какую-то тварь. Вот, говорят, мне в портал надо идти, ну гоу. Вот, Нюша, что ли, зовут, я хз. Ой, окей. Я, походу, тоже русского челика встретил. А я смотрю, ник такой, Нюша какой-то. Да тоже русский. Вот, я чуть не рипнулся вот на этой локации. Короче, пикнул я мага. Подумал, для первого раза, может, неплохо будет. А, кстати, я неплохо дамажу. У меня 2-й уровень, я с 2 фаерболов выношу. Только мана у меня тратится, пиздец. Блять, не привык так писать. Только сегодня игру купил. Не шарю. Вот, вот босс, демон. Blood Raven. Ну, хилки у меня есть, а может и не рипнусь. Вот, саппортиец мой 9 уровня. Такой помощнее. У меня мана пиздец как быстро тратится. Вот, все, уже нет маны. Ух, пиздец. Ну, хилки у меня есть. Return to Kasha for reward. Ну гоу. Да я смотрю, ник русский у челика. Нет, постой. Вот, вот. Каша. I can hardly believe. Кстати, тут все на английском. I can hardly believe what you defeated Blood Raven. Да, я победил. For she was once my closest friend. I pray what her tortured spirit. Короче, это друг был. Вот этот вот, кого я сейчас убил. You have earned my respect, sir. Ты заслужил уважение. Хайр. А, я могу призвать кого-то на помощь. Кстати, я купил дополнение. Просто я только в пое играл.
Неудобно то, что тут нельзя русскими буквами писать. Только, то есть, я транслитом не умею на самом деле писать. Ну, в принципе, мне пока нравится. Правда, у меня портал ни один не открыт пока. Что делать, я хрен знает. Вот я, короче, выполнил. Я уже два квеста выполнил. Вот. Раз и два. Короче, мне нужно башню найти, нужно какого-то Дэна найти. Кто за мной ходит? Тут какой-то квест есть. Надо какого-то Дэна найти. Look for the Dan in the wilderness outside. Я, короче, не знаю, походу тут где-то Дэн. Да, тут у Диабло можно нанимать ботов, помощников. Как назло, мобов никаких нет. И, кстати, чё я не на full HP? ХП не восстанавливается, когда приходишь в лагерь. К сожалению. Сука, попасть не могу, бля. Новый уровень. О! Хил команды, это хорошо. Ну, для меня энерджи самое главное, я потому не знаю, ХП буду энергию качать. И фаербол качну. У меня, кстати, щит какой-то есть. Кольцо, но я пока не могу одеть. Да, вот так я, короче, на хардкоре решил сразу играть. Тут, получается, как в Пое есть временная лига. Мне, кстати, надо скорость восстановления маны прокачивать. Тут тоже вроде такое есть. Ну вот, пока я играю, да... Пока, в принципе, не так плохо. Жаль только, что OBS нельзя в полный экран. О! Ну, щит я одеть не могу, потому что у меня двуручный... Плюс один to Firebolt. У меня вот посох. На самом деле от Поя вообще сильно отличается. Почему я не могу Шрайн применить, а потому что на мне еще один действует. Так, хилки, так сюда, короче, пиздец, до этого чуть не липнулся. Хорошо вовремя логаут сделал. Короче, надо квесты выполнять, а ХЗ как? О, ваншоты уже. Надо какого-то челика найти по имени Дэн. Я так понимаю, что тут где-то. Ману восстановил. А, тут еще бегать можно. Вот. Я в прошлый раз вот до отсюда добежал. Halt. You should complete Akara's quest. Говорит, я должен какой-то квест выполнить, прежде чем вперед идти. Но я думаю, что я тут не рипнусь. Ну, я надеюсь. Сундук. Я еще скачал, да, дополнение. Купил, точнее. Я не помню, как называется. Дополнение. Говорят, типа, а ну попизже.
Так, опять я здесь. Пиздец, я что-то не заметил, какая-то херня с записью была, я, короче, рамку пофиксил. О, я вижу проход на следующую локацию, кстати. Вот, и я вроде как во весь экран игру развернул. Я даже не обратил внимания. О, отлично. Вот, я ваншотаю как бы мобов тут. Burial Grounds. У меня, короче, есть какие-то квесты, но я не знаю, где их выполнять. О! Это ж... Это мы тут с тем челиком убивали... это... Убивали кровавого... Ворона, или как его там. Ни хрена. А вот эти челики уже поживучие. Чего они такие живучие? Маны нет, сука. О, буду так с посоха пиздить. Мана быстро заканчивается. Не, ну это офигеть. Что-то мне кажется, я тут не управлюсь пока. Ладно. А, кстати, у меня же свиток портала есть. Вот портал того челика. Greetings. Greetings. Надо ему что-то продать. Дубинку. Лук, колчан, чит. Мне, наверное, ничего этого не надо. Вот так. У меня колечко еще есть, но для него четвертый уровень нужен. Ладно. Короче, я... Я хрен просу, где тут чё. Можно реально, кстати, бота-помощника нанять. Хотя вот какой-то бот за мной ходит. Я так понял... Я так понял, что тут где-то... квест. Тут где-то квест. Дэна надо найти. Темную башню какую-то. Бараки какие-то. Просто я впервые реально играю в эту игру, потому... Такая фигня. Сейчас попробую... О! По-моему, я всю локацию уже осмотрел. Только посередине, кажется, пропустил что-то. Ну ладно. Пойду теперь вниз вот тут. Вот тут я еще не осматривался. Да, надо не забыть какого-нибудь бота нанять себе. Когда приду. У
Да, тут большой кусок локации есть. Я его пропустил. Не знаю, почему я в эту игру раньше не играл. Я, в принципе, о ней не слышал вроде. А Диабло. О! Дом какой-то. С призраками. Хотя нет, без призраков. Фоллены бегают, вот эти павшие. Фаллен. О! О, заебись, я что-то наш... А, нет. Impossible. Тристрам. Tristram was no match for Diablo's fury. И чё? Я куда... Тристрам это город, в Диабло третьем тоже есть. Есть. Интересно, я тут управлюсь с мобами или нет? Я забываю, что я могу быстро бегать. Ух, ебать, мне огонь дамажит. Удивительно, да? Странно. Вроде ничего нет. Ладно. О! О, отлично, я портал открыл. Отлично. Я так понял, что... Yes? Вот я вот этой девчушке могу восстанавливаться. Можно, кстати, том купить. Том Таун Портал и том свитков идентификации. Но это потом у меня их. И так он немного вроде. Да. Звуки такие интересные. Ну ладно. Вот, кстати, игрок вот этот стоит, с которым мы вместе играем. Ну, он АФК вроде пока вышел. Даже ладно, как-то так.